Всем привет, всем добрый день. Я сейчас нахожусь в своей комнате, приготовилась к работе. Сейчас у меня должны быть клиенточки. Вот, и сегодня у моего папули день рождения. Мы уже позвонили, поздравили. Муж придет с работы, закончу всю свою работу. И поедем поздравлять папулю. Поедем посидим с ними. Решили не делать никаких застолья, только тортик, чай и все. Просто посидим, отдохнем. Потому что если начинаются застолья, накрывание вот этой в столов, готовка, посуда, никто не отдыхает. Все потом уже под конец вечера вот такие вот, не знаю какие, уставшие. Поэтому решили только чай, тортик и все. Мама, конечно, просила меня сделать Наполеон, но Наполеон у меня сил не хватило, и я сделала молочную девочку. Взяла рецепт с интернета на семейной кухне. Этот торт я уже делала второй раз. Первый раз я делала, не помню, на чьё день рождения, из пацанов из моих. Вот. И торт очень-очень-очень вкусный. Там тоже пышки, но их делать очень легко. То есть не надо все раскатывать. Вот это вот нету муки, и там очень мало ингредиентов, и торт получается очень классный. Поэтому торт я сделала. Сейчас я закончу работу, потом пойду покажу вам, какой получился тортик. Вот, так что вот на сегодня пока что такие планы. Всем добрый день еще раз. Я уже поработала, клиентка ушла. Сейчас я хочу поехать в магазин «Аттракция» и посмотреть себе какой-нибудь брючный костюм. Там завезли брючные костюмы очень прикольные. Вот, мне понравились, но, естественно, на взгляд это одно, когда меряешь, совсем другое. Поэтому я хочу, может быть, даже что-нибудь и померяю. Вот, и там у нас, как всегда, здесь пробки, ужасные пробки, потому что накануне праздник и так далее. И вообще эта дорога, она такая центральная. Здесь банки, всякие разные магазинчики, вот поэтому тут всегда пробки. И еще там, не знаю, что-то там случилось, потому что видела полицию, много-много машин, может быть, авария или что-то такое. Вот, ну, надеюсь, что все нормально, все благополучно. Вот, сейчас я уже почти что подъехала к магазину. Так что буду выключаться. Ну ладно, вперед. Заходим в магазин, попытаем наше счастье. Если, может быть, что-то найду, а может быть и нет. И заранее извиняюсь за качество видео. Специально такое видео размытое немножечко, чтобы не было видно людей и лиц. Сразу хочу взять несколько вариантов, а потом это все померить. Не люблю ходить и шататься по магазинам по несколько часов, поэтому беру все сразу, что мне понравилось, и иду в примерочную. Вот такую вот рубашечку. Это брючный костюм. Пиджак такой. Взяла белые штаны. И вот такое вот платье. Сейчас будем смотреть. Все, я уже подъезжаю к дому. Заехала еще раз в Кастро. Вот, еду домой.
Ваня, покажи, есть еще? Вот, град у нас, только больше был намного, уже растаял. Больше был намного. Смелки, на, стал. Вон, капельки града. Они такие большие. Это шоколаде, что ли? Да. Такой град большой у нас, вот такой дождяра. Мы сейчас у родителей. Сначала был такой гром сильный, сразу дождь. Пора мельчить. Это маленький, а был. Какой сэр, ты спал? А сэр, шага. Мама на цветочки побил град. Мы у родителей сегодня, у папули день рождения. Я тут ем бутерброд с красной икрой. Красная икра с Камчатки, кстати. Очень-очень вкусная. Сделали салатик с редиской. Сделали морковку с майонезом, чесноком. И сейчас поджарим картошечку, и у нас там крылышки. А также я сделала вот этот торт. Торт называется «Молочная девочка». Потом разрежем, покажу. Ну, какой дождяра. У нас тут гром был, молния вообще. А мы крылышки жарим. Пройдет сильно дождик. Мама на цветочки. Мама все так за эти цветочки волнуется. Кто-то, если или проходит возле них, то она говорит, аккуратно, аккуратно, цветочки. А тут дождь, когда вон все цветочки попадали. Все цветочки попадали. А вот уже готовы. Надо их убрать, иначе они холодные будут. Такая вкусная вот эта шоколадка Милка с карамелью и с орешками. Такая лепота вообще. А это тортик в разрезе, как и обещала.